Итак, мы приехали на стадион открытия «Арена». Это стадион народной команды российской, даже московской команды «Спартак». Это стадион новый, и он находится прямо около метро. Видите, еще и весь район такой новый, хотя раньше на этом месте был аэродром Тушина. И вот построили стадион. Этот стадион команда строила на свои деньги. И сегодня мы пойдем на экскурсию внутрь стадиона. Сейчас здесь пусто. Вообще практически никого нет. Но сегодня вечером будет игра. И здесь будет забито людьми. И я уверена, что будет очень много человек, много футбольных болельщиков. Сегодня будет играть «Спартак». Стадион очень большой. Здесь тоже проходили игры, когда был чемпионат по футболу в России. Сначала были на стадионе. Нет, сначала мы зашли в раздевалку, где готовятся игроки к игре. Потом мы прошли на стадион. А теперь мы вышли снаружи стадиона к памятнику Федору Черенкову. Его называют легендой клуба «Спартака» и легендой российского футбола. А дальше мы пойдем в музей команды «Спартак». Я сейчас слышу лекцию. Точнее, не лекцию, а прям с игры видео. А значит, с 67-го года. Вы играли? Нет. Я играл. Нет, вообще не в «Спартаке», а в футбол. А в футбол. На приставке. Только на первенство области. Близко к «Спартаку» не подходил.